Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, а также подписчики сайта wagnerland.ru. С вами Илья Механик, и эта серия посвящена Риге Харт. Как вы видите, сбылась мечта идиота, так сказать. Я нашел ту недостающую заднюю часть. И этот проект, скорее всего, скоро уже станет на колеса. Радости полные штаны. Цена данного девайса 150 гривен. Вполне демократично. С подножкой это уже такое, мелочи найдем позже. Главное, что есть с чем работать. Единственное, что сейчас у меня не получается ее впихнуть на раму. Так как это рама 84 года, а с той рамы, с которой сняли, эта рама была 83-го, оранжевого цвета. Скорее всего, перекрашивалась, потому что я вижу сколы, грунта нет, и вот где-то тут, вот, характерное пятно. Видите, да? Ее подкрашивали. Так что, как бы кто мне не говорил, что эта краска родная, это дело красилось. По крайней мере, это точно. Спасибо всем за внимание. Ждите новостей по проекту Харт. Всем пока!